Я Пикачу нарисовал. Нахрен мне нужен твой чикабун. Пойди дров лучше наколи. Я фенечку с плевом. О, будет чем помидоры подвязывать. Бабуль! Что? Ну ты чё, платки так носить уже не модно. Модно вот так. Нужен фьюжн. Я ухожу. И мусор захвати. Вещи поможешь собрать? Сам все соберу. Юникорн, ребизика, печеньки. Мама, а где носочки Супермена? На верхней полке. Носочки Супермена? Я ухожу. Я пошел. Ты ушел? Да. А кто это там говорит? Никто. Ой, как хорошо, что Андрюша ушел. У меня здесь орешки со сгущеночкой. Ладно, завтра пойду. Я буду задавать тебе вопросы. Будешь отвечать правильно, дам все, что захочешь, окей? What the fuck? Какой самый короткий месяц? Май. Почему? Потому что в нем всего 3 буквы. Февраль самый короткий месяц. Блин, так и знала. Что стоит посреди земли? Буква М. Блин, и не докопаешься. Что находится рядом с Марсом? Сникерс. Можно ли прыгнуть выше 9-этажки? Да. Почему? Потому что 9-этажки не умеют прыгать. О, логично. Где моют машины? На помойке. На автомойке. Да блин, давай другие вопросы. Какие? Ну, школьные, например. Ты хорошо учишься? Да, конечно. Какие оценки? Мне букву Z всегда ставят. В смысле Z? Ну, типа Z, зашибись. Это 3, а не Z. Блин, вот я дура. А чё зависло всё, Блин, интернет. Алло, это Лиза Анохина? Нет, блин, Шмурфик, конечно, Лиза Анохина. Блин, классно. Когда ты уже снимешь свой парик? Когда моя лысина на башке зарастет. А у тебя там лысина? Только младенца. Откуда у тебя столько подписчиков? Все говорят, что ты их накрутила. Я попросила Шмурфиков, чтобы они своих подписчиков отдали мне. Самый тупой вопрос гостей. А у вас есть туалет? Нет. Сойди тут удобно. Не понял. Кем была в детстве? Ребенком. У тебя полная семья? Нет, нас все худые. Семья целая? Ну да, все целы-здоровы. В семье имею в виду кто? Мама, папа. Кто твой папа? Кондитер. А что делают кондитеры? Кондиционеры. А мама кто? Мама Юра. Какой, блин, Юра? Работа так называется, Юра. Юрист. Спустя 9 лет нашей дружбы моя подруга сказала, что она больше не хочет со мной дружить и что ей не интересно. Я не так сказала. А как ты сказала? Я сказала, что мы на тёлке не будем смотреть Гарри Поттера. Это одно и то же. Я Марина Жипанчен. Днем я офница, но никто не знает мою тайну. Я слежу за порядком в этом городе и за Андреем, моим крашем. Где этот Андрей? Марина, а ты что у меня на даче делаешь? 100 километров от города. Ой, Андрей, какое совпадение. Ну что, как дела? Как твоя мама? Ну, у меня нет мамы. Ну и отлично. Ой. Где ты живешь? С родителями. Где живут твои родители? Со мной. Где вы все живете? Вместе. Где твой дом? Возле дома соседей. А где дом соседей? Если я вам скажу, вы не поверите. Скажи мне, возле моего дома. Я не буду просить вас ставить лайк. Я не буду просить вас подписываться на канал. Я не буду просить вас писать комментарий. Ребята, вы свободны. Только качественный контент. И я считаю, ребята, это достойно лайка. Хочешь стать, когда вырастешь? Космонавтом? Нет. Полицейским? Нет. Спасателем? Нет. А кем? Рэпером. У меня горит задний габарит.